С 1 июня в России вступили в силу сразу несколько законов. Родители начали получать разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Отменили мобильный роуминг, а также банковский. Теперь при переводе денег со счетов, открытых в разных регионах, не будут взимать комиссию. Также с начала июня судебные приставы не смогут забирать в счет долга социальные выплаты, а также компенсации, полученные при чрезвычайных ситуациях.